Мобильная группа за 3 дня провела мониторинг микрорайонов 12, 3А и 3Б. Вопиющий случай недобросовестной уборки зафиксирован возле дома номер 112 на улице Владимирской. Управление муниципального контроля совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства проводит мониторинг внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов. Значит, нами сегодня установлен факт самой грязной территории внутридворовой. Это многоквартирного жилого дома управляющей компании ООО «Славянка». Мало того, что это создает сегодня эпидемиологическую взрывную обстановку, вот и вдобавок это в первую очередь портит имидж города. Пакеты, бутылки и мелкий мусор разлетелся на прилегающую территорию. Детская площадка заросла травой. В отношении должностного лица составлено 2 протокола – за несвоевременную уборку территории и покос травы. Список управляющих компаний, которые халатно относились к своим обязанностям, кроме фирмы «Славянка», пополнили компании «Коммунальщик», «Управление домами» и «Крымский вал». Это был 3-й микрорайон, дом 155, это был дом Ленина 157А. То есть там были выявлены нарушения о несвоевременном покосе травы, значит, составлены протоколы. Но что самое интересное, управляющие компании мгновенно сразу реагируют на данные замечания. Эти все данные нарушения исправляются моментально. Мобильная группа не только выявляет факты несвоевременной уборки, но и контролирует санитарное состояние территории после устранения нарушений.